О, чистюлька. Красавчик. Красавчик. Ой, крепыш. 7 сентября 2019. Ну, синичник. Там вон видно гриб. Вот такой стоит он. Вот он, Красоткин. Вот он, его можно выкручивать. Видите, тут вот трубчатый слой белый, значит, будет хороший. Вот так он будет смотреться. Вот так вот. О, красивый кадр. Ёлочка одна. Это, ребята, рыжик. Его гриб универсальный. Его и сразу жарят, и солят. Вот так он выглядит. Млечный сок морковно-красный. Сейчас подрежем его, посмотрим. Вот такой, видите, морковно-красный сок. Вон издалека видно. Стоит. Грибка. Красивый кадр. Дорого на него посмотреть. Он какой он. Ягель. Как подушка. Лес тут красивый. Ягель вообще замечательный. Беломушник. Вот она. Вот она. О, угощайтесь. О, черничка. Угощайтесь. Тоже по одной она. Гриб. Давайте подойдем. Убедимся, какой он у нас. О. Какой он. Тоже выкручиваем его, ребятки. Вот такой дядька. Вон издалека видно гриб. Вон он стоит, вон он стоит. Подходим. О! Вот такое. Вот видим, да? О! Грибок такой. О, вид. Он. Смотрим, сколько он. Раз. Спичный коробок. 2, 3. 20 сантиметров. Вон он стоит. Оборачиваемся. О. Вот такие вот. О. Вот такие вот они тут. Красота. Идем дальше, он стоит. Вот около сосны. Тут какой-то грибок. Пойдемте к этому подойдем. Грибку. Эх, какой. Вот полностью беломошник. Кедр как-то сюда, везде сосна и кедрушка сюда пробралась. Иголочки, видите, мягенькие. Да. Вот они тоже всходы кедров. А везде сосняк состоит. Почему так, неизвестно. Вот кедрушка. Тихо, покой. Вот, ребята, уже вид хороший. Мухоморик, король лекарственных свойств. Среди грибов. Дальше вот грибок у нас. Издалека тоже видно его. Еще один мухомор. Настойку с них тоже делают. О. Тут какие-то грибы.
Давайте посмотрим. Тоже белые. Но уже не кондиция. Получилось как курок заведенный. Так пройдешь, если ветер качнет хвостом. Мухоморочков много. Тут маленький тоже вот есть. На чистом месте одно собирать, а в травке совсем другое. Вот какой-то. Вот какой. О, вид какой. Идешь издалека. Грибочки. Рядом должны быть маленькие. Вон тоже. Издалека видно. Помощник. Подушка такая. Эх, какая. Да, красотища, красотища. Вот так вот. Ну тут брусничник пошел. С брусникой. Вон гриб. Сначала сосняк был. Видите, кедрами все заселяется. Вот это все кедры. Вот, вот три. Тоже кедрушки. И вон пошли кедрушки. Красиво, конечно. Кедрач весь. Сколько их. Кедровка расселяет где-то. Набрала. И вот оно получается, что он припрятала. И сразу всходов много. Вон стоит. Давайте его приблизим. Тоже кедрами заселено. Вон грибы. Вот кедра, видим, из узла уходят 5 иголочек. И они длинные, вот такие, 15 сантиметров, наверное. А вот сосна. Вот какой всход. Не то он какой-то, всходы какие-то, видите, мелкие. Вон гриб. Вон гриб. О, издалека видно. Вон грибы. Вон тоже, видите. Сюда подойдем. Где-то стучат. Давайте тут закрутим. О, какой. Красотулька. Это кто-то съел даже. Вот видите, как даже. Гриб-боровик. Другой, видите, мох. Вот такой кондиции. Вот так он выглядит. И из него вот такие вот. Красотища. Уже издалека видно. Да чего же красиво он, этот мох. Вообще. Как смотрится. Тут горстка брусники. И этих гряда целая. Издалека, издалека, да не издалека. Но кое-как заметно было. Красиво стоят. Там, походу, еще и не один их. Целых 3 штуки. Пички. Давайте мы поедим на нас, Иван. Ну.
поляна, ведьмин круг заросла. Или это гриб рогатик, либо гриб баран. Вот, ну тоже съедобный. Вот такой он. Все, солнышко передвигается, по-другому совсем все видно становится. Вот они. Метался. Опять капкан. Заведенный. Вот какие-то грибы. Притаился красавчик. О, она съелась. Грибы, сколько там, маховики. Красоткины. Все грибами, маховиками усеяно. Масленок во всей его красе. Не видишь? Ну. Вон какой крепыш. Твердый, хороший. Ну, я его тоже сфоткал. Вот он какой. Гриб-боровик. Какой опять красавчик. Одна красота, издалека видно. Вот такой красивый. Настоящий масленок. Еще один муравейник. О, картинка. Двенадцать часов. Ну какой бор красивый. Вот он гриб. Вот он гриб. Грибы. Тут где-то вон шляпа. Тут тоже вон. Вон другие. Красиво сидят. Опять. Тоже пейзаж. Бок, вот он. Ну как его заметишь? Вроде место чистое. А он только еще вылазит. Давайте попробуем выкрутить его. О! Аж смялся, если сбоку. Видите, как его сложило. Как дерево могучее свалило. Уже погорело, как лестница, что ли. А это вот черничник, ребята. Черничка, смотрите. О, чистюлька. Красавчик. О, красотуля. Вот стоит. Дальше смотрим. Вот он. Вон он. Кучки. Мухоморчик. Ну, красивый лес, красивый, конечно. Такого. Иду, все равно с той стороны шел, не видно. С этой их видно. Тоже в боку. Вот такой. Пейзаж с мухомориком. Вон грибы. И вон. К какому пойдем? К этому. Ну, давайте приблизим просто. Красивый. Ах, какой дядька. Это уже съеденный, видите. Кедр. О, красотень какая.
издалека видно хорошо. Он стоит. Вон. Линия целая. Красиво видно. По горизонту они высокие, не ходят. Приходится вот так. Что за гриб? Вот такое. Стоит. Посреди леса. Следующий. Гриб. Еще один. Вроде все подсвечивается. А вон, смотрите. Вот он. А тут практически его и не видно. Ну, чуть вылез. Сюда посмотри. Вон два. Вот они. Вон стоит. Эх, какой подосиновичка. Котика картину пишет, три медведя. Красиво как. Обзор круговой. Когда-нибудь здесь будет кедрач. Видите, подселяются кедры. Сосна вымахали, а заселяется кедр. Вон гриб стоит. Давайте, чтобы это голословными не быть, чтобы видно их было. Вот такой пейзаж. Подберезовики и белые. Вон он. Красотки. Там тоже